Тбилиси, столица Южной Республики Грузии, древней, богатой и многострадальной земли. Несчетное число войн познал этот край. Нашествие римлян, арабов, турок, монголов. Познал язычество и христианство и спасительный союз с Россией. Грузии берегут память о прошлом. Его возрождают здесь, как настоящее. Вот строится новый храм в Батуми, взамен сгоревшего деревянного. Строится по проекту архиепископа Сухумского и Абхазского Давида, в прошлом инженера-строителя. И реставрируется старый храм в Тбилиси, храм, который построила в XII веке и в котором венчалась царица Тамара. Грузинская православная семинария. Одно из 18 специальных духовных учебных заведений, действующих в Советском Союзе. В них, кстати, проходят обучение студенты из многих стран мира. Века Сионском патриаршем соборе. Ведет службу католикос патриарх всей Грузии Илья II. Особо почитается верующими иконы святой Нины, просветительницы Грузии. По преданию она пришла на эту землю с крестом из виноградной лозы. Многие из древних городов являют собой мертвый музей. Мцхета счастливо избежала этой участи и сделалась местом паломничества туристов, художников, архитекторов и, конечно, верующих. Никто не ограничивает их права. Никто насильно не навязывает верующим убеждения. Правом выбора обладают только они сами. Господи Боже наш, славою честью венчая! Упалох мертво, что народу мать и девица да патрица, вырвину сам спрен эсвен. Да отгрыхал сам отца, вырвину крисам и вгам патриос миса, хоре вас ховашен да не есма. Эпесел там и марте пистоле эсвен, са павлем от кумиса садит хавим. Да там тысе сопели да сем кулка, вырвину са полни эсмолли. Чем ер бар дингесу сапуэл тау, Ромели гир приездиаре бар паркамате вела дворчили сам из гамуа чине, да гуше гуше и та сули ери сам. Исаия прия гурита казума гуцлади Остается традиция и желание. День свадьбы должен остаться в памяти. Традиции делают жизнь богаче. По-разному празднуют свадьбы разные народы в нашей стране, но все свадебные обряды объединяет одна мысль. Чем ярче праздник, тем дольше он будет жить в памяти молодых.